Привет всем трудящимся, друзья. Не знаю, как у вас. У нас Волгоград всю ночь и весь день засыпает снегом, в связи с чем многие сотрудники серьезно опоздали на работу, некоторые вообще не приехали, да, вышли, наверное, во двор, если кто на машине в отдаленных районах, посмотрели, думали, а что там, на час опоздаешь, утром не уедешь, вечером не приедешь. Раз, звонок начальнику там участка, цеха, Михалыч, я сегодня не выйду, так и так. Ну, в принципе, если начальник нормальный, он скажет, да, потом заявление напишешь просто и за свой счет возьмешь. Если такой гадон скажет, нет, давай, приезжай, сейчас прогул поставлю, что-то такое, заранее, ну, понятно, форс-мажор, как бы, ну, люди бывают, конечно, разные. Мне уже приходилось об этом говорить, но, думаю, есть смысл и сегодня сказать, что такой подход неприемлем, он ошибочен в своей основе. Нормальный начальник, если ты вот опоздал на час, именно вот из-за снега, там дождь, ветер, ну что хотите, электричества не было, встречаешь его в коридоре, он тебе даже слова не скажет, да, даже вот замечания никакого, что опоздал, а другой, а чего опаздываешь, знаете, такого дурачка включит, такой недоуменный, а почему ты опаздываешь, и ты уже как бы в роли виноватого такого, что, ну, понимаете, вот снег там, например, да, там, пробки автомобильные. То есть начинаешь как пионер оправдываться. Если, конечно, начальник нормальный, он тебе и часы не порежет, то есть восьмерочку поставит. А если такой говнистый, да, то есть он такой правильный весь, ставит тебе 7 часов или сколько там на работе был, 6, и в конце месяца сверяешься с табелем, да, и он такой на голубом глазу, ну как же, ты же не работал час, да, то, что человек там лишний час в пробке простоял, там на нервиках весь, да, ну это уже его не интересует. И вот по таким признакам, кстати, нормального начальника, извиняюсь, от гандона можно отличить. Сейчас показательный пример вам расскажу. Было дело на вахте, мы, значит, от городка строителей до завода нас доставлял генподрядчик на автобусах, и тоже был такой снегопад, да, просто сильный. Техника не успевала расчищать дороги, и автобус уже пока доедет, там развернется, круг сделает, там в квет заедет, там что-то в пробку попадет. Понятно, люди стоят под снегопадом в очереди, и очень многие опоздали. Мы не драматизируем ситуацию. И тоже мы приезжаем, так заходим в прорабку, да, и он такой... Прораб, кстати, был. У него газелька такая бодрая под жопой, то есть проблем приехать, уехать нет. Да? Газелька Юрка, там полноприводная, все дела. Повторяю, опоздала вся стройка, но он сделал вид, что этого не понимает, наверное, да, такой уставной чувак. Такую гениальнейшую вот дебильную фразу дает. Говорит, почему? Вот мы опоздали, потому что там автобусы, да, знаешь. Он такой, жопу надо было раньше свою подымать. Среди предложений, замечаний встречаются и такие, которые, как мне представляется, неприемлемы. Да, то есть вот этот дебилизм фразы, когда надо было жопу раньше поднимать, то есть человек рабочий встает на вахте, например, в 6 часов, завтракает, да, идет на автобус. Оказывается, надо было встать, блин, в 5, бегом бежать там, на завтрак, с первой партии автобуса ехать, да, на завод, на объект, и вот только потому, что приехать за полчаса, И ждать остальных. Но зато ты приехал, ты такой молодец, да, такой, бля, извиняюсь, хороший, ценный сотрудник. И вот эта фраза действительно она показательная. Кстати, тот чувак поехал потом домой, у него там гипертонический криз случился. Хотя тоже можно было бы сказать ему, да, а что у тебя криз? Да ты сам виноват, ты, блин, какого хрена, тебе надо 30 килограмм скидывай, плюс тебе полтинника, ты из них 40 лет ты куришь. Ну ты и так нахрен ты и заслужил. Ну, воспитанный человек так, конечно, никогда не скажет, да? Он на то и воспитанный. А вообще таких, конечно, ну, даже не начальников, вот даже он маленький мастер, там, прораб, кто там, если он такой говнистый, лучше с ним, конечно, не работать. Там, ну, не сразу, потихонечку искать себе другое место, другой объект, либо на этот объект уже не ехать, чисто вот из-за начальника, кстати. Видео сделаю, да, почему... Многие работяги не хотят ехать на вахту, именно на объект, вот как раз из-за начальства. Даже не условия, а радио, да, передает, что кто там на объекте, да, такой-то там, не знаю, Петр Петрович, задрот. И люди уже просто нормальные спецы туда отказываются ехать. Едут просто, кто его не знает. Вот, тот мужик уехал. Да, я там с ним больше не пересекался, но действительно, вот после вот одной вот этой фразы, что надо было жопу раньше поднимать, вот все вот уважение к нему, знаете, куда-то вот
Потому что, ну, нормальный руководитель просто по-человечески такую фразу сказать не может. Это просто башкой можно было подумать, да, что форс-мажор, когда вся стройка там, да, вот снегопад, не проедешь, не пройдешь. На северах там вообще буран и метель, вот эти актировки, когда объявляют, люди по общагам сидят днями, да, как бы нормально там по несколько дней там не могут выехать. Тоже с обеда вылетал, когда там 4 раза нас, ну не 4, где-то 2 раза нас в аэропорт уже возили, уже на самолет, бах, рейс отменили, бах, рейс отменили. И вот 4 дня мы не могли улететь. Все это очень серьезно. Очень серьезно, товарищ. Вот такая у меня сегодня, друзья, информация, мысли. Поэтому если видите в своем окружении, особенно среди начальников, таких вот субъектов, да, лучше, конечно, с ними не работать, потому что... Работаете вы долго, да, вот, если на вахте 10 часов работаете, просто организм не успевает от этих нервяков восстановиться. Вот, ты постоянно ходишь, грузишься, злишься, короче, нахрен, нервы ни черта. Спасибо за просмотр, не забывайте лайк и комментарий в поддержку канала. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем успехов в труде и безопасной работы. В этом мире столько всякого, легко себя потерять.